Ребята, хочу представить вам один очень увлекательный канал «Клёвый отдых». Здесь вы можете найти все про отдых, рыбалку, а также повеселиться и узнать много чего нового. Давайте поддержим Дениса и его канал «Клёвый отдых» своей подпиской и новыми друзьями. Ссылочки на канал в описании под видео. Доброе утро. Утро какое, покажи. Утро не может быть добрым вот во столько вот времени. Приехала отдохнуть, а надо просыпаться рано. Ну ладно, так получилось уже, ладно, фиг с ним. Короче, как мы и говорили, пришлось в 6 часов утра вставать, чтобы выпустить машину. Люди уезжали, ну, собрались домой уезжать. Да. Уезжали и пришлось выпускать машину. Ну, я ее опять поставил так, как она была. Но в 8 часов там будут опять уезжать люди. Выезжать. Ну, в 8 часов мы уже спать не будем. Ну, я же говорю, там пускай стоит, так говорю, уже выезжать не будем. Она такая, ну, извините, туда-сюда, ну, понятно, ладно. Ладно. Это вина вот того. Ну да, проехали. Мы уже себе успели чайник успеть нагреть, чтобы у нас чай был. У нас все собрано, так что сейчас пьем чаек и переезжаем уже в 11 номер, потому что нам уже дали ключи. А, там уже ключ, да? В смысле? В дверях там ключи? Я думал, ты с собой уже. Нет, я не забыла. А, да, она же сказала, идите переезжать уже. Да, именно под нами это будет. Кстати, вы заглянули, там большой номер. Большой? По сравнению с этим он очень большой. Сейчас попьем, пойдем покажем, мы заберем с собой сумки. Ой, а нам еще спаковать вот здесь вот там, и все. Хорошо. Давай застилать. У нас точно столько вещей было? Да. Да? Ну хорошо. Можно хватать и переносить. Плюс вот этот пакетик. Да? И все? Да. С ума сойти. Ну, так пока. Все, я взял один пакетик, а все остальное ты. Ну что, мы переехали. Тут реально выше потолки. Самое первое, что я заметила. Или может это кажется, или они реально выше. Потом, здесь есть чайник. Чайник, одна кровать, вторая кровать. Четыре тумбочки, холодильник. Холодильник почему-то на, получается, четверых людей один. Но он не нужен, если как раз там вода, там всякая такая. Я понимаю, такое. Но тем не менее, если в каждом номере на дворе холодильник, значит, тут должен быть. Угу. Так. Шифонер большой. Этот, что это, продолжающееся кресло, кресло-кровать? Да, еще можно спать. Ну, или полежать, посидеть или спать. Прикольно. Такой же столик, да. Пуфик, телек. Шифонер. О! Да! Шифонер с полочками. Я мечтала об этом. А это вот так вот. Я думала, она отъезжает. Угу. Все. Отлично. Самое интересное, ванная. О. Тоже большая. Да ладно. Прикольно в коричневый такая тонах такой с картинками. Ой, у меня бантик наискосок. Что ты мне не сказал? Полотенце. Ой, здесь банных нема, да? Вон они лежат, я их оттуда брала. Вот это вот все для ног, а те, что руки и большие, там. Так что прикольно. Очень классно. Ну, все то же самое, душ такой же, все то же Нет, самое. Нет, реально в этом номере выше потолки. Потолки больше и выше, да. Оно как-то аж эхом отдает, слышишь? Ага. Для туалетной бумаги здесь. Ну все, прекрасно. Номер гигантский. Я себе вижу. Натяжной потолок. Ну что? Сейчас мы это, что мы будем? За мясом будем ехать? Да. Сразу или на вечер купим его? Я просто не уверена, что на вечер мы сможем тут втиснуться. Чтобы пожарить. И вот там покушать. Ну сейчас, если честно, вроде хочется кушать, но не хочется сейчас приходить, жарить. Мне сейчас вообще никак. Ну значит сейчас съездим. Короче, мы сейчас поедем, купим шашлык на вечер. Да. Ну, короче, всякие дела будем сейчас делать. Да. И потом поедем на пляж. Ты уже все сразу по полочкам, правильно все? Ну, конечно. А Таня все никак не умется. Да. Производим перестановку. Пуфик приехал сюда, а кресло двигается чуть дальше. Но у меня Харри уже столько места и это пустую.
Полегчало? Да. О, так смотри. Так же лучше? Лучше. А, лучше, лучше. Так, там сделала, там сделала. Еще чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть. Поехали. Есть такое дело, сейчас упаковать же надо. Упаковываю, я уже обулся, я уже готов выходить. Ты в тёпках будешь? А? В тёпках. Мистер. Или в босоножках. А когда мы... Ну, я не знаю. Так, ладно. О, кстати. Они тебе под платье. Все, свет выключили. И ушли. Свет там, ключ тут. Все, пока. Уходи с хаты. Ключи в сейф. Хороший сейф. О. Это тебе? Квакался ты? Это мне? И пойдем. Смотри. О, еще тебе под платье подходит. Под бантик. И этот. Симба. Ой. Вот, смотрите, вот эти вот стяжечки, как у меня, вот это я заказывал на Алишке. 8 штук, 100 гривен. Я 50 заказал, по-моему, за 50 гривен. Если не меньше. Если не меньше. Ну, короче, мясо здесь валом. Рублишки можно взять. Что хочешь. Выбирай на свой вкус. Сейчас выберу. Два штейка, можно вот одинаковые? Вот красненькие. Только какие-то ровненькие. И от этого маринадика тоже килограммчик, хорошо? Да. Короче, взяли мясо, женщина такая приятная попалась. И сейчас будем кушать все сразу? Сейчас мы еще покушаем. Садимся сразу, да? Да. Давай, присядем. Давай вот сюда. Да, окей, согласна. Так, пошли микроволновку. Сейчас, стоп. Это я положу. Два. Взял? Пошли. Греть. А третью? Сейчас? В этот раз нам сделали в глубокие. Раз поставил на 2 минуты. Второй поставил на 2 минуты. Греем кушать. Сами себе приготовили. Сами себе разогрели. Сами себе купили. Умнички. Так, рис разогрели. Видно, да? Может, мы перестарались, не? Я думаю, нет. Сейчас пивнушка разогреется и будем нямкать. Ах, холодно на стульчике сидеть. Ну, пошел на проверку. Все? Сам сделал вин. О, парует отлично. Да, раз пойдет, здесь хорошо, да? О. Все. Смачного. Опять мы вышли в тепло. Как тут тепло, как хорошо. Как же там холодно в магазине. Прямо вот обычно там у нас заходишь, ну как-то по-обычному, да? Давай назад положим, что ли. А это ключи давай, я положу. А, да? Я же не против. Какие ключи? Только не назад, давай, наверное, положу в багажник. Хорошо. Ну, зачем мне угли? Кстати, да, угли взяли или ладно, дома? Идем уже дома покажем. Это молодец. Опа. Капец, сколько машин, сколько народу пешком там. Правильно, по-другому тут никак не проедешь. Ну и таксист за ним. Увязался. Нет, что увязался. Может, а может быть, да, может быть, кто-то, да. Люди могли ехать с такси. Давай, пошли. Куда это поставить? Сейчас. Это? Здесь уголь, распаливать, короче, и пару дровишек. Все для того, чтобы сделать. Да. А вот это вот я положу сюда. Ой, видишь, плохо, что нету этой. Нормально, давай. Что мы сегодня будем делать? Шашлык именно будем короче, делать? Взяли именно мясо шашлычок и взяли вот эти даже стейк. Стейки. Тоже две штучки. И мидии мы взяли. Мидии взяли, да. Дыню берем с собой? Да, наверное, доедим ее. Во. Так. Дынька. Все, да? Ну да. Отлично. Это сюда. Это тоже пока не сюда. А дыньку сюда. Все, уложи дыньку, берем купальники, плавки и вперед. Да. Уже переоделись. Ну.
Что-то мне кажется, или тут прохладнее как-то? Здесь отлично. Ух. Короче, только что приехали и отъехали от дома. Я обратно поставила бутылки, посмотрим, что же будет из этого получится дальше. Но там сейчас на смене другая женщина. Да, это которая хорошая, но мы ее не заставим. Ну, она там бегала по делам, наверное, же принимала смену, не знаю. Но она нам больше нравится, чем та, которая только что была. Не, они обои хорошие, просто что это так как-то отнеслась к парковке. Типа, это же не ваше личное, типа, что это... Так, а мы ж тут и не на постоянно. Не, ну я понимаю, просто когда мы приехали, например, и были заняты места чьи-то, да? А там бусик стоял, значит, и сразу бутылки, Мы спросили, типа, а здесь кто-то стоит? Нам сказали, да, здесь стоит бусик. Все, вопросов нет. Ну, человек как бы уже там стал, все, зачем уже тревожить и все остальное, и ругаться из-за этого. Ну, вот так. А это только начало, только почти 11, сколько народу там. Вот это да. Что-то сегодня прям, ух ты, ничего себе. Короче, мы сейчас едем дальше, чем наш пляж. Мы едем сейчас на рынок, который мы видели вчера там. Решили приехать очень и посмотреть. Туда. Да. Вот он, этот рыночек. Сразу сюда. Идем сразу сюда, хорошо. Ой, машинки. Игрушки. Ой, я Ниву вижу. Или что это? А, не Нива. Короче, тут и вот такое... И вот такое. Короче, куча всего. О, эти штуки надо. Ой, смотри, какие рыбы большие. Ой, не надо, я передумал. Смотри, какая рыба. Ты хреная. Короче, здесь очень много всего. О, кукуруза. Кукурузки? Хорошая. Там потом. Потом. Где москвич? Нет москвич. Да, вот этой фирме, наверное, нету, да. Ну, такой. Ну, или эту, или эту. Какая лучше? Не знаю, какой тебе нравится. И то это. Та сине-желтая, это сине-фиолетовая. А ты вот там отвидела? Вот там. Рыбка. Женя! Ты не хочешь туда идти? Стремно, да? Может, не стоит. Любительница рыбки, туда лучше не стоит заходить, да? Тут все деньги остаются. Ну, иди. Арбузики, дынки, виноградики. Что еще? А дынечку не желаете? Все взяла? Да. Короче, взяли малины, взяли, короче, персик черный принц один и две кукурузки. Я думаю, нам хватит на пляж. Да, тут походили, посмотрели, всякое вещей много, но то, что нужно, нет. Ну, все как всегда. Все как всегда, да. Просто а вещи. Что это такое? Я не знаю, прости. Кто это? Подскажите, что это, кто это? Жир. Вкусный он вообще? Да. Сладкий или кислый? Сладкий. Еще почем? 350 килограмм. Мне не кажется, что сейчас будет очень жарко на пляже. Ой, ты что газуешь? Страшный ты, дядя. Да, есть такое. Все, а есть куда? В салон? Смотреть? Салон? Конечно, да. Или в ноги, или в руки? Давай мне сюда. Вот так, забирай, поехали. О, наш оберег от солнца. Ну, получше. В смысле, получше? Ну, так она просто нагрелась. Ну, от тепла, а не от солнечных лучей. Ну, давай, заводи. Ты уже все, заднюю закрывай дверь? Да. Закрыл. Да, здрасте. Зонтик берем? Я думаю, да. Если что, будем ховаться? Да. Круглый. Не будем брать? Я не знаю. Если ты хочешь поплавать, то возьми. А что же он там место занимает? Ага. Придумал. Давай в холодильник. А, шею свело. Старенькая. О, Мустанг кабриолет. Неплохо. Согласна? Или наш москвич лучше, чем вот это? Тысячу раз, да? Ага. Только болгарку надо, и будет кабриолет. Чё-то народу вообще. Ну, очень много, да? Так ты смотри, все, в основном они тут. Да. А там? Ну, сюда приезжают, потому что для мелких прикольно вот тут купаться. Ну, медузы чуть-чуть есть. И пляж как вымыло. Был небольшой бортик. Вот еще только вчера был, да? Нет, то есть позавчера. Были, да. По-моему, на днях. Был реально вот такой бортик. Знаешь, волны были.
значит, были. Пошли по прямой. Идем. Вот туда? Да. Да, пляж реально усеян, почти как на центральном. Давай, разложи. Или расстилай, или разложи. Как раз сейчас нормально. Солнце вот так. И мы вот так пока ляжем. Да, не прикольно через медуз переступать. Вылазь уже. Ну, здесь есть медузки, но поменьше. Хотя я бы не сказал. Вон, смотри, сколько мы повынимали медузу тоже. Капец. Я помню, слово. Как она меня вчера пожалила. До сих пор отголоски есть. Да-да. Как там песня «Панда», да? Тихо. Нормально. Ну, дома не смыло. Хорошо, да? Угу. Только что поржали. Да, только что, короче, я расскажу, ты далеко сильно. Ага. Сзади нас сидят люди. Они взяли, короче, себе, ну, не взяли, а вот эти вот, ну, короче, вот эти зонтики их не деревянные. Короче, типа они платные. Ну, человек сел, говорит, я не буду платить, я не хочу, потому что вы незаконно их поставили, короче, и так далее и тому подобное. И те взяли, короче, ну, не смогли, получается, выгнать людей. Взяли, выкопали зонтик вот этот деревянный, перекопали в другую сторону. Я в шоке. Это же надо быть такими. Сколько там по закону? 30-50, по-моему, 50 метров. Да. До воды не имеет права никто так препятствовать и все остальное. Ну вот они взяли и перекопали зонтик с места на место. Давай, аккуратно вылазь. Короче, смотрите прикол. Та-дам. Это столько, только что люди вон, ходят по этими, с очками. Вот так вот мы руками, короче, только что. Да. Да, там медуз тут. Капец, у меня вот тут печет. Я, походу, у меня вот здесь печет. Да? Да. А я так, меня, походу, прямо сюда где-то ужалило. Это больно, если я честно. Только что не ныряла. Я не смогла. Уже смотрю, там. Нет, я быстренько окунулась и валюсь. Это... Надо было назвать пляж не лагуна, а медуза. Да, это вообще... Как классно. Не, ну красиво, конечно, не ты скажешь. В чем проблема? Знаешь, проблема? В этом. В ракушках. Босиком сложно ходить. Нормально. Более чем. Ой. Смотри, сколько там он плавает. Ага. Ой, какие. Очень. Ну, всех сюда и... Всех сюда несет, да. Смотри, какая белая. Угу. Да, с медузами купаться нереально. Все, забирай, пошли. Пошли туда лазить. А кто печет? А что она печет? Медузы покусали. Медузы покусали? Они знали, куда кусать. Я просто села, походу, на нее. Вот еще одно озерцо. Ой, оно вроде как чуть-чуть чище, да? И глубже, кстати. А оно было? Не, наверное, все-таки было. А здесь прикольно, видите, все с этим. О, палатка как у нас, только зеленая маленькая. Вон одна, вон вторая, и вон, кстати. Да, здоровая. Прикольно. Ну, блин, честно, я не понимаю, прям вот, прям сутки находиться на солнце. Вон, смотри, там себе сделали, как это, тентом накрыли. Угу. Так, в принципе, неплохо. Прикольно. Сделали себе тут такой палаточный городок. Круто, да? Угу. Вот куча палаток. Это, конечно, все очень круто, очень классно. Но я, например, не понимаю отдыха с палатками на море. Потому что на море есть очень много разных аттракционов. В так вот палатку ты не кинешь и не поедешь гулять, отдыхать. С палатками я понимаю, так как мы выезжали в глушь, где нету ничего. Да. Вот там круто. Там, во-первых, нету людей. Можешь, если честно, можно позагорать вообще без ничего. Да. Как бы там вообще круто. Здесь, ну, лично для меня нету никакого смысла с палатками.
Вон, видно. Видите, какая она? Как будто ржавая. У меня такое ощущение, сразу сложилось, что тут много этих самых отраслей каких-то. Что-то людей не сильно убавилось. Должны были убавиться, но не убавились. Ага. Фух, все. Мы сдались. Да, надо текать. Мы, кстати... А ну, покажи, стой. Вот здесь вот красненький, а вот здесь вот не сильно. А вроде лежали ровно, похоже. Вроде, да, ровно. Но, короче, завтра будем стараться выровняться в загаре. С другой стороны, боком, с другим просто полежать. Все. Плюс еще мы сдались, потому что надо ехать и делать шашлык. Шашлык он зовет, он манит. Не, ну если долго еще и так лежать внизу солнца, как мы обычно лежим, то будет нам вообще. Все, машина здесь. Отлично, я думала, мы дальше вышли. Все, теперь едем за шашлыком. Распаковываемся. Кстати, знаете, я веду подсчеты по поводу машин, которые вижу по номерам там ВИ, ВА, Полтавская, Кировоградская. Вот рядышком ВИ. Чтобы вы понимали, номеров ВИ я здесь насчитала всего лишь 3 штуки. Мало. Номеров ВА... Также, по-моему, думаю, да? А, вот 4 ВИ. Потом АВА как раз 3 вместе с нашим. Даже сумку включили. И один из них вот там вот стоит. Беленький Шевроль. И полотенце доставать? На, ключи тебе. 33. Да, прикольно. Короче, 332 километра на спидометре. И мы хотим проверить, сколько же от пляжа до нашего дома. Да. Сейчас засветим, проверим. 340. Это 8 километров. И то это же мы объехали и вернулись назад. Примерно 7. Нет, не 7. 7 было, я примерно, да, примерно 8 получается. 8 километров. Не 7 точно. Всегда примерно до этих краев 8 километров. Да. А если до той женщины, которой мы предыдущие, в том году были? Морская 9. Тогда еще километр 9, да. Все правильно. Боже, как тут хорошо. А помнишь, заходили в тот номер, там жарче было. Там, короче, жарче, а здесь холоднее пол. Ну, все равно прикольно тут. Короче, расскажи нам только что хорошую новость за парковку. Мы же говорили, что вот уже была ситуация с парковкой. Оказывается, все-таки нет, не может каждый ставить машину где хочет и как хочет. Это просто такая вот, ну, напарница. Как определили поставить, так и должны вставить. Да, но я говорю, мы же когда заехали, 3 дня здесь ставили машину, типа, а говорит, да, я же помню, да. Говорит, один человек приехал, он говорит, ну, нельзя так, типа, ну, должна была предупредить и все остальное. А ей, ну, то есть, не хочешь, ну, я понимаю, что интересно лечь на кровать, включить телевизор и просто на звонки отвечать. Ну, я понимаю, это прекрасно. Ну, сколько мы... На нее не обижаюсь, все хорошо, то есть нормальная женщина, без всяких вопросов. Ну, просто что, ну... Немножечко безответственно к этому она отнеслась. Да. Мы ее сколько вчера ждали, чтобы она вышла с душа и рассудила, куда же нам все-таки стать. Да. Ну, на ее месте я бы позвонил, сказал, извините, тут люди станутся, давайте вы станете сюда, там, к примеру, зайдите вовнутрь. Ну, позвонить тем людям, чтобы договориться. А извини, что 6 часов утра? Я только говорю, нам просто сегодня в 6 часов утра встать. Но с чего это? Вы на отдыхе, типа, что в 6 часов? А я же сказал, что она говорит, там нет, такого не должно быть, это же неудобство для людей. Как мы говорили, так и она это сказала. Короче, это все нормально. Дальше, что мы делаем? Мы идем никого купаться. Нету. Нет, мы идем купаться. Я вся соленая. А я вся... А ты уверен, что купаться? Ой, кстати... Да. А мы зашли, администратор говорит, вот это вы, говорит, черненькие. Вот это вы черные. Видно? Да, видно. Все, мы искупались. Фу, полегчало, если честно. Слушай, вот у тебя особенно ноги, ну да, ты вся, короче, коричневая. Хе-хе. Отлично. Сзади не такая, сзади светлее, да? Ну, да, нормальная. Можно сказать, практически одинаковые мы, что спереди, что сзади. Мы ж так полежали, короче. Я больше передом лежала. Ну я. Где наше мясо? Пошли. В холодильнике, сейчас расчешусь и пойдем. Пока никто места не занял. Да, там 2 места, а народу пока нету. Так. Ой, куда-то так все. Давай. Раскидала. Давай телефон свой, чтобы не телепался в кармане. Чтобы не телепался в кармане? Угу. Хорошо. Забирай. О, так, ну что? О, Китя. Давай, у тебя... Все. Где? Привет. Чуть такая худая. Не кормят, да? Мы тебе мясо дадим кусочек. Разматывай, как ты там делаешь? Свой кусочек будешь давать. Конечно, свой, да. Ой, я говорил, зря покупались. Тихо, все путем. Это просто это... Пыль. Так. Ой, те дрова у тебя.
Костик теперь будет тусоваться с нами. Стопудово. Эй, а что тут пошло, а тут не захотело? Так, делим напополам, чтобы на второй раз оставить. Правильно? С этой стороны оно, смотри, начало идти, а потом тут такое ощущение, что то ли специально замотано, то ли я не знаю. Я нашла еще один способ распаковки. Ой. Я хотела аккуратно вообще-то. Это плохой способ распаковки у тебя. О. Так вот, типа. А то нам же на два раза угли. Все, давай это. Где наше все остальное? Ой, аккуратненько. Все, умничка. А теперь вот это надо будет туда, когда сейчас там хоть чуть-чуть подгорит. Минутка, да, и все. И засыпем. Да. Мне одному солнце печет в спину. Нет, тебе не одному солнце печет в ноги. Да, в ноги. И в живот. Чувствуется хорошо, да? Ага. Кому-то хорошо. Легла себе и лежит. Так и ты рядом ложись. Кто-то сейчас договорится, что кто-то другой ляжет рядом. Главное, что уселась. Да. Давай, разрезай. А может, скоро будет. Угли будут требовать мяса. Ой, этот же ножик на кухню. Вот. Я нашла маленький. Я вижу, что маленький. Очень маленький. Зато остренький. На точный, да? Да. Ты же мы взяли сколько там? Вот килограммчик? Можно. Да. Ну, можно. Тоже можно. Это в длину, да. Один. Ну, один только сделать. Разрезать. А зачем я тогда брала нож? Чтобы один разрезать. Какая молодец, только работы сделала. Что, начинаем? О, да, кстати, давай. Там угли уже почти. А то замазала, непонятно зачем, да? Да. Ну, прекрасно. Как раз так? Уголька там то, что надо. На это все. Все, ну короче, как-то так. На одном будет всего лишь два кусочка. Котик только что покушал. Ага, еще хочет. Ты еще хочешь? Ой, боже. А, я смотрю, где она. Тут как раз остался масенький кусочек. На, еще, на. Забирай. Решила подрессировать. Я думал, не будет есть сырое маринованное мясо. Ну, сырое будет, а вот маринованное. Только, пожалуйста, не мазала бы ты ручки там, хорошо? Я же сам, видишь, и не беру. И уперла мясо в этот. Ты сейчас подвинешь. Как это я подвину? Ты же видишь, я там не беру, чтобы тебе потом не мазать. Вообще прекрасно. Так, это, наверное, надо чуть-чуть вот так. Угу. И вот то, крайний. Вот да, да, чуть-чуть надо, вот уперлась в это. А руки у меня еще мыльные. Хожу, страдаю. Свет что-то включили. Ты где была? Ходила за припасами на зиму. Акриловая эмаль? Да. Будем красить что-то? Буду тебя ею кормить. Будем пробовать, как это. Эксперименты ставить и всякое такое. Так, а на самом деле будем делать салатик, но тогда, когда нам дадут цвет, и я все-таки смогу домыть мыльные досточку и... Да, что цвет попробовал у соседей, и здесь, ну, не именно соседей по комнате, а соседей за забором. Обрыв где-то, походу, или, может быть, перенапряжение пошло. Представь, у всех кондиционеры все работают. А выглядит точно вкусненько. Конечно. Надеюсь, так и будет на вкус. Я ж тут мешаю, перемешиваю. Ой. А ты сидишь только в телефоне, вот там истории вылаживаешь и все остальное. Ничего, не бачу, куда иду, но иду. Ну, я его, короче, вот так вот. Вот так, по бокам. Неси сюда. Кому? Шашлык. Да я его там по краям отставил. Или ты хочешь, чтобы его вынять? Я думала его сюда, и так, пчик-пчик. Вынять сразу, да? Снять? Ну, хорошо, давай. На. Ну, давай, это еще два осталось, и все. И мы, наконец-то, покушаем сегодня. Ха-ха. Че ха-ха? А, че? Салатик почти готов. Или не готов? Да, сейчас оливки принесу. Это унесу. Все-таки оливки еще хочешь? Ну, ты что хочешь? У нас там две пачки еще. Сегодня одну, завтра вторую. Да.
Так. Сейчас еще сольки надо будет взять. А что там открываешь? Боишься разлить? Да. Все, смачно. Оливки, салатик, мяско. И можно кушать. О, и подсолить. Все, приятный аппетит. Смачно? А никакого смачного, ну попробуй мясо. А потом перемешаешь. Короче, можно кушать. Мне можно. Покушали, а теперь пора и кофе попить. Раз кофе, два кофе. Раз сахар. Одной рукой так прикольно все делать. И два сахара. Так, это все в мусорку. И теперь берем две кружки, ложь и на кухню. У нас нету света, у нас нету воды, но у нас есть газ. Чайника не знаю, есть или нету железного, но кастрюлька точно есть, которая кипит. Ну, вот вам и готовый уже кофе и чай. Ну, что сделать? Ну, нету света, что-то где-то, наверное, был скачок, перенапряжение или еще чего-то. Пытаются сделать. Везде электрические чайники, но зато есть кастрюльки и газ. Вот так. Все, и будет чай, да? Шикарно. Только мне надо с чайничка слезть мне на руки и какой-то кусочек, пожалуй. Да, хорошо. Если надо, могу тепленько туда даже добавить. Нет, не надо. Где была? Знакомые звуки. За карту не ходила. Да ладно, мы играть будем. Котик наелся или... А, кошка. Кошка, кошечка. Наелась. Кормящая мама. Шашлычка покушала и сырого, и готового, да? Вкусненько было? А, тебе моргнула, да. Знаете, что у меня за карта? Знаете? Дай сюда. Ой, сюда. Вот это козырь, а вот это у меня. Да, ну хорошо. А ну-ка, давай. Чтоб чисто поржать, что у тебя за карты? Ну, в принципе, не страшно. На, покажи на камеру, а потом пускай делает ставки, кто выиграет. А в конце покажем, кто выиграет. О. Теперь делайте свои ставки, господа. Мы скажем потом, да? Да. Ну что, у нас ничья была? Да, кстати, у нас была ничья. Мы уже, конечно, собираемся. И у меня, парк. Кстати, за всю игру всего лишь было два козыря. Два. Вот в самом начале и все. Угу. А у меня в самом конце. Так что все прекрасно. У нас получилась ничья. Таня нацепила бантик, платье, глазки. И это значит, что мы идем гулять? Да. Что глазки? Пока только один глазка. Ну вот так и иди. А это что такое? Ну, устала девушка. Ну, устала, легла полежать, отдохнуть. Она что-то оно пальцами показывает, что-то это... Не трогайте меня, я думаю, что за пробка? Это из-за нее, походу, ну, пробка. Да. Ну, это что, минут просто, ну, 10, наверное, точно. Да, 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 10 минут. 10 минут ехали... Непонятно, почему 200 пробка. 200 метров, да, и пробка, ну, здесь никогда не было пробок. Не, нормально, я на дорогу лежит. Если кто-то не заметит, ну ё-моё. Ну просто понимаешь, у нее уже походу все синего цвета, она вся самая синяя цвета. Нормально. Да. Девушка отдыхает на море. Бунт на корабле. Это яблоко-ваниль. Да. Яблочно-ванильное еще ни разу не пробовали. Вкусно? Необычно. Вот мне нравятся, когда шарики в кучке, да? Красиво очень. Посидели только что. Не знаю, как называется кафешка. Кто его знает. Поправьте. Да, поправьте, если мы неправильно говорим. Латешку попили, короче, нормально отдохнули. Теперь пора идти домой. А, и еще проблема в том, что у кого-то деньги закончились наличные. Кто виноват? Тютя деньги наличные закончились. Маленькие.
мы нашли, где снять, сняли. Счастье, да? Да. Короче, просто в том месте, где оно было в прошлом году, почему-то банкомата не оказалось. Ну да ладно, мы нашли. Зашли в магазин, купили кучу воды, потому что воды вообще нету никакой. Да и то там, той воды, которая есть, это видно, что сегодня на смене нормальный человек. Все как было, так и есть. Да. Все, мы приехали, я побежала бутылки убирать. Эх, давай. Фу, счастечко. Хорошо дома, да? Классно, особенно такой большой, классный номер. 16 минут первого. И так каждый день. Почему как-то все как поминутно расписано? Блин, так классно, такой большой, такой просторный. Все, телек включаем. О, надо канал найти. А то у нас там был свой... 12-й. 12-й, да? Все. 12-й и 22-й. Чуть не забыл. Ага. Короче, есть 5-литровая вода. И есть вот такая вот штука. У нас таких цветных нигде нету. Мы, короче, тут было написано, что она подходит и на 5-литровую. Решили попробовать купить и попробовать, и чё. И чё, да? И чё. Так лучше? Лучше, если её... О, даже так? Сильно не разламывай, чтобы домой доехал. Так она что-то все на стыке закрывается. Закрывает? А вот на защелку, да. А чтобы никто не открыл, ее на стык, короче, посадили. Угу. Отстоять. Ой, боже, все поломало. Так, это у нас одевается вот так, да? Это если в большую. Нет, в эту тоже? Да. Если честно, я не знаю, мне кажется, этого будет много. Так, это как у нас должно? Вот так? Не в курсах. Так, где там инструкция по эксплуатации? Короче, сейчас мы разберемся, тут Таня поломает. Да. Попробовали сделать, и пришлось снести швабру. Это ж мы... Чуть разлилась вода, потому что только вставили помпу, и оно сразу начало прямо аж течь. Водичкой. Все, бросай ее. Ну что, уже попробовал? Налейте мне водички, пожалуйста. Только единственное, что у нас это... Одна трубочка так вот помещается, а две уже не помещаются. Ее можно обрезать под 5-литровую. Все, все, работает. Прекрасно? Прекрасно, все. Будет помпа. Так лучше налить и в чайник можно налить. Ну, конечно. Все. Круто. Шикарненько все. Так, там идет фильмец. Там нас ждет чаек. Кстати, сейчас будет чаек. Да, чайник. Короче, все. Ладно, ребята. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Я надеюсь, все оценили этот номер. Огромный просто. Да, номер классный. Все, всем спасибо, всем пока. Пока-пока. Пока, народ. А, да?